Лёва Гузель, я администратор свадебного салона «Анжелика», мы являемся спонсором замечательного события «Квест-старшеклассница». Вы были на полуфиналах? Да, конечно, на всех полуфиналах, очень трепетно за всех переживаю. Каждая девушка достойна занять первое место и, на самом деле, переживаю так же, как и они, наверное, сейчас, волнуюсь не меньше. Наверное, у меня появилось больше знакомых в разных сферах, и жизнь стала намного интереснее, так как я начала проводить выходные не просто, но еще и с делом. После окончания конкурса ты будешь как-то, не знаю, развиваться в этом плане? Я думаю, что я также продолжу общаться и с девочками, и с организаторами, и это будет большой плюс в моей жизни. Что бы вы хотели пожелать участницам? Участницам как минимум получить хорошие эмоции, прокачаться. То есть каждая, которая здесь уже находилась, даже в полуфиналах, это все равно уже победительница, потому что уже сделали огромный шаг, переступили через свои страхи. Ну а всех остальных мы ждем во втором сезоне. Итак, победитель абсолютно. Школа номер 18. Анастасия Бородина. На самом деле эмоции. Я не знаю, я не ожидала этого. То есть ты не готовилась, не ожидала, не знала, ты победишь? Нет, я не почему-то, но я не думала, что это буду я. Серьезно, мне переполняют эмоции. Я не знаю, что говорить. А ты кому-то уже потом сообщила из близких? Нет, еще. Все близкие здесь были? Да. Нет, уже? Они были все здесь, я еще не успела к ним отойти. Подойти, да? Но они, да, наверное, тебя сейчас расцелуют. Наверное. Ну, лично мне Анастасия очень понравилась, на самом деле. У нее интересный номер, и лично мне она была очень близка. Ее мировоззрение, ее точка зрения вообще на жизнь. Вот. Я, на самом деле, не знала, кто победит, потому что сегодня у нас было 17 человек в жюри. Каждый выделил своих фаворитов. И потом уже методом подсчета голосов всех вот этих вот выявился главный победитель.